зачем все-таки нужны шингарды при работе на макеваре. Дело в том, что на макеваре существует несколько типов для работы. И набивка, и значит, огрубление ударных поверхностей – это лишь один из аспектов, может быть, даже самых незначительных, которые, собственно говоря, на макеваре прорабатываются. Ну так вот, дело в том, что набивка на макеваре, особенно поверхностная, она загрубляет кожу на ударных поверхностях. А когда мы работаем... Да, для чего это делается? Для того, чтобы наносить удары по макеваре более сильно, не рассекая при этом кожу, которая у неофита не подготовлена. А вот работа в шингардах на макеваре позволяет фактически надеть себе на руки эту уже загрубевшую кожу. Понимаете? А еще важно понимать, что эта загрубевшая кожа нужна далеко не всем. Вот кто-то любит на руках выращивать жопу носорога. Морщинистую такую толстую кожу и этим гордится, считает, что вот это показатель того, что руки набиты. На самом деле это показывает не то, насколько руки крепкие, а насколько кожа на ударных поверхностях загрубела. Только и всего. И скорее всего, чем больше изуродованы руки, то есть чем кожа грубее на них и все такое, тем это больше показывает о том, что в этом месте на коже больше трофических каких-то расстройств и нарушений, которые неминуемо перерастут в атрофические язвы, в трещинки, которые будут постоянно лопаться, кровить и так далее. Это очень часто бывает. Такое есть даже у Морю Хигаоны, у которого уж, казалось бы, руки-то прямо вообще супер набиты, по мнению многих тех, кто хотел бы там иметь такие же. Вот. А нам, людям цивилизованным, живущим в современном мире, такие руки не нужны. Нам нужны руки крепкие, то есть должно быть оружие, если крепкое, но оно не значит, что оно должно быть ужасное на вид. И прежде всего, для кулака, для крепкого, для руки закаленной, важна не кожа, которая натянута, понимаете? Натянуть на молоток вы можете кожу любую, и грубую, и мягкую, это, в общем-то, не важно. Главное, из чего будет молот сам сделан. Так вот, работа на макеваре позволяет формировать, а прежде всего, непосредственно ударную часть. То есть непосредственно кулак, да, если мы кулаком работаем, или кисть. То есть то, что находится под кожей. Не кожу, а то, что под кожей. Это соединительно-тканные элементы, это связки, это суставы, это головки пясных костей для перестройки костных балок. Это мы только пока про ударную часть говорим, я не говорю про ударное звено. Вот. И, собственно говоря, чтобы это происходило, удары в макевару должны быть довольно мощные. Их должно быть довольно много. И они должны быть довольно проникающие. Я всю теорию работы на макеваре сейчас описывать не собираюсь. Но чем глубже в макевару удар, тем, соответственно, глубже прорабатывается структура ударной части. Если мы макевару заминаем сантиметров на 10, то на 10 сантиметров и прорабатывается кулак. Если шлепаем по поверхности, там, отгибая ее на сантиметр или меньше, то этим мы прорабатываем прежде всего наружные, внешние структуры, кожу и подкожную клетчатку соединительно-тканную. И все, в общем-то, на этом. Так вот, для того, чтобы прорабатывать нормально кулак и формировать оружие, и надеваются шингарды, потому что работать голой рукой на макеваре, на упругой, долго и мощно, не выдержит ни одна рука, даже если это рука подготовленного мастера. Потому что если рассуждать, скажем так, объективно, то все равно макевара крепче руки. И если долго работать на макеваре, то ссадится самая крепкая кожа. И самая крепкая подкожная клетчатка тоже будет разможжена. То есть будет обязательно микротравмы и травмы, которые будут заживать долго. И на завтра на макеваре работать уже не получится. Вот для этого и надеваются шингарды, чтобы заменить ту как раз огрубевшую кожу,
которой на руке у вас нет, или которая есть, но которая все равно разможится, если работать на макеваре сильно и долго. Ну и все. А при этом можно работать на макеваре, как я сказал, уже сильно и долго, и укреплять внутренние и глубокие структуры кулака, которые стабилизируют именно формирование самого оружия из руки. Это первая составляющая. А второе, это вот чисто, ну, это для умных сейчас было все рассказано. Для тех, кто потупее, есть, значит, аргумент несколько другого плана, который созвучит примерно так. Вот бьете макевару голой рукой, но ведь абсолютное большинство бьет не по голой доске по макеваре, да? А на макеваре, ну, намотано что-то. Веревка ли намотана, да, какая-то, пенька, канат, что-то еще. Либо же какая-то накладка кожная присутствует на классических макеварах. Есть такое? Есть. А зачем тогда? Так вот представьте, что на самом деле шингарда тонкая на руке. Это та же самая накладка, что у вас на макеваре. Только она не на макеваре, а на вашей руке. Вот и вся разница, собственно говоря. Понимаете? То есть можно бить по голой доске, но в шингарде. Либо бить голой рукой, но по макеваре, на которой эта шингарда примотана. То есть за место накладки вы на макевару можете закрепить шингарду и бить по ней голой рукой. Либо надеть ее на руку и бить по макеваре. Разницы не будет, в общем-то, по идее, совершенно никакой. Кто-то скажет, ну как же постановка голым кулаком чувствует. Так я и говорю, не надевайте боксерскую перчатку. А боксерская перчатка тоже надевается при работе на макеваре. Но там третий будет аспект, о котором сейчас я буду дальше говорить. А пока сейчас я говорю именно о том, что шингарда – это фактически та же накладка, что и на макеваре. И важный момент. На макеваре есть еще и работа по постановке удара. Не только по укреплению ударных поверхностей, ударного звена, но и по постановке удара. Постановка удара подразумевает не столько формирование ударной цепи даже. Я бы это бы больше бы все-таки рассматривал ударной цепи формирование как укрепление связок, стабилизаторов и мышц, которые превращают в момент кимэ тело в единый монолит. Вот. Сколько все-таки это работа над дистанцией и точкой кимэ? То есть та глубина, на которую наносится там удар, делается ли это в динамике или статике, это не важно. Важно другое. Важно то, что мы ставим удар, который пробивает препятствие глубоко насквозь. Вот такая работа. Это работа с набивкой и с укреплением ударных поверхностей, конечно, коррелирует, безусловно, каким-то образом, но все равно это совершенно другой тип работы. Так вот, есть люди, которым, скажем так, укрепление ударной поверхности вообще не нужно, вообще от слова никак. Бывает и такое. Предположим, это боксеры. Почему им это не нужно, если это спортивный бокс? Потому что они все равно, что на соревнованиях, что где, они будут руки тейпировать, надевать на руки перчатки и бить в них. То есть у них фактически на руке сформирован экзоскелет. И бояться за крепость кулака им, в общем-то, особо не приходится зачастую. Хотя тоже не помешает укреплять руки, потому что даже и в тейпах руку можно повредить. Но это уже другой разговор. Вот им нужна постановка удара. Макевара позволяет ставить удар даже боксеру. Так вот, боксер, он боксирует в перчатке. И поэтому и на макеваре работать он должен тоже в перчатке, потому что перчатка подразумевает совсем иное чувство дистанции. Потому что кулаком бить это одно, а когда у тебя на руке вот столько вот еще спереди, это другое. То есть 5-6 сантиметров еще толщина перчатки. И это очень сильно вносит коррективы в чувство дистанции. Поэтому если хочется бить реально противника так же, как и бить сам макевару, забивая ее сантиметров на 10-15, то, соответственно, надо и в перчатке и работать, чтобы это чувство, чтобы вжиться в него, чтобы не надо было перестраиваться с одного на другое. Тем более, что это не получится.
Вот поэтому на Макеваре бывает, что работают и в перчатках боксерских, и в шингардах. Ну и, конечно же, работают и без перчаток, и без шингард, когда занимаются прежде всего укреплением поверхностного слоя ударной поверхности. Поверхностного слоя ударной поверхности. Да, немножко масло масляное, но тем не менее. Вот так это и выглядит. Ну все, друзья, я думаю, я на вопрос ответил.